Сегодня почти 60 торговцев, которые не имеют своего места на ужском рынке и продают товары сладков, вышли на митинг. Реализаторы просят правительство, чтобы столичная мэрия предоставила им арендные места на базаре по доступным ценам. В противном случае перестала выгонять, как говорится, с насиженных мест. По моему мнению, запрета со стороны муниципалитета неправильно. Сейчас мест на ужском рынке нет. Я воспитываю 5 детей, и мне нужна работа. Я думаю, пока мэрия не предоставит нам торговые места, пока не стабилизируется экономическая ситуация после коронавируса, нам должны разрешить торговать сладков. В противовес стихийным торговцам выступают законные арендаторы торговых мест. Они платят за патенты, поэтому возмущены беспорядком на ужском рынке. Реализаторы требуют, чтобы закон был един для всех, поэтому они также обратили заявление в мэрию, чтобы они рассмотрели эту проблему. Стихийные торговцы мешают людям проходить по дороге, так как они разместились со своим товаром на тротуарах. Они каждый день незаконно платят по 100 сумов людям, которые смотрят за этими местами. И, конечно, мы не против торговцев, но просто требуем, чтобы они торговали в законных местах. Запреты на торговлю сладков со стороны мэрии были раньше. Стихийные торговцы неоднократно получали предупреждение, рассказывает глава Ленинского района. Он подчеркнул, что муниципалитет продолжит принимать соответствующие меры в отношении тех, кто торгует в неположенных местах. На этой неделе у нас усилились работы. До этого, после начала нами работы по ликвидации стихийной торговли, были также возмущения. Чтобы снять эти возмущения, мы проведение рейдовых мероприятий приостановили и целую неделю, то есть раздавали уведомления этим торговцам о запрете торговли в неустановленных местах, а также о самовольном, то есть чтобы они покинули и больше впредь не выходили в те места, которые не приспособлены для торговли. Но до сегодняшнего дня на ужском рынке было проведено 300 рейдовых мероприятий, составлено 36 протоколов о нарушениях. Каждый нарушитель оштрафован на 3000 сумов. Однако, по словам архитекторов, если на ужском рынке навести порядок, то здесь появится 900 торговых мест. Кундуз Кадатаева, Кундуз Усмонова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.